среду в Бангкоке взорвалась бомба. Как предполагается, она была времен Второй мировой войны. Устройство сдетонировало в тот момент, когда его пытались вскрыть при помощи газового резака. По меньшей мере 7 человек погибло, 19 получили ранения. Об этом сообщила местная полиция. Бомбу обнаружили на стройплощадке во время закладки фундамента. После этого строители отнесли ее на складское помещение, чтобы позже разрезать на части. Строители сказали работникам склада, чтобы те разрезали бомбу на части, что и привело к взрыву. Им нужны были деньги. Мы полагаем, что это была бомба времен Второй мировой войны и весила она около 227 килограммов. Они, скорее всего, не знали, что делать, и использовали газовый резак, чтобы попытаться ее вскрыть. Во время Второй мировой Бангкок начали бомбить в 1942 году. Япония использовала страну как перевалочный пункт для захвата Бирмы и Малайи, западной части Малайзии.